Shining like a mega lane, no smoke like a main. Don't come at the juice, send you back to where you came from. Niggas put the chain up, so good. Bruce Wayne, if he act mysterious, he get hit with my ray. Итак, пацанчики, всем здорово! Сегодня мы идем в Сэшечку на Московской. Время 7.30 или 7.40. Сейчас идем. Как дойдем, переключимся. Легенда. Здорово, пацанчики. Все, ждем больше людей, будем залетать. Это джуниор, которого я сегодня видел. На ютубчик снимаю. Бать, я смогу себе прямо охуеть. Здорово. Ты же видел, как ты танцевал? Подписывайся на канал! Как? Сюда, потом туда. Пробежечку смотреть, что там. Что опять там. Мы как оно, Вася? Карт-карт на месте. Стоник на месте, патча нету. Если ты болеешь за дебош, вот так назад. Да блядь, я не могу. Если ты любишь дебош. Дебош. Все, кто подписан на дебош, поднимите руки высоко. Я готов взорвать большие бабки. Я не занимал соседи, это мои бабки. Плюс немного нелегальных денег с продажа. Я помню времена, не мог взять похавать в Макдаке. Чё больше половины нала на бабки торчат. Заказывайте Филадельфию, бля, свежевыжатые соки. Текилы, шоты, мне похуй об вашем. Камера еще выключилась. Выключилась? Да, пока писал. У меня выключилась. Только внизу, только здесь внизу включил. Еле-еле успел. Что, пожарничек, почему? Маструм у него. Соломон? Соломон. Гуся. Что это? Что у тебя? Не знаю. Это не я. Это не маструм. Сороковые? Я похуй не взял. Здорово. Привет. Чё, тоже влоги снёшь? Так, да, у тебя да. Влог выйдет. Чё ты взял? Смотри, у меня тут какой-то Playboy, Lacoste и Дизель. Красавчик. Надо постоять, потом будет. Опла, мэн. А он распалённый. Блядь, столько вещей. Я два раза ёбнулся. Когда мы забегали, смотрите, понятно, его ёбнулся.
А что у тебя? Я хуй знаю, мне просто сейчас лень смотреть. А. Мне неудобно максимально. Что это? Новая коллекция. Кто это, Вань? О, подойди. Откуда у тебя? Масло? Дай, я тебе скажу. Сейчас подойдем. Пошли. Вот у него. Слышишь, можешь подсказать, я палёный фритворе у него? Покажи. Ты красавчик. Я тебе говорил, что он любит. Ты будешь брать? Бля, ну ему хуёво, но смотря за сколько. Или по-братски мне её дай, по-братски. Ваня, никому ее не давай. Наверное, куплю. Чимпаку такой вот. На лампас. Чимпака прикольная. Это что? Плейбой. А? Такой себе. Это я его нашел. Ну это папик. Дизелек такой, свитер. Пиздюков спиздил? Нет, это он нашел. Ты угораешь, блядь, я ее держал в руке. Она на полу я отвечаю, валялась. Она на полу валялась под кофтами. Ты, блядь, угораешь, я ее забрал нахуй. Вы, блядь. Тебе на видео показали? Она под кофтами валялась. Че, блядь, я вот так в руке держу, блядь, как она могла упасть? Я не знаю, она людей. Под кофтами матом была. Если вы сейчас перестанете ругаться матом, вы выйдете. Ну, вы, конечно. Покажите, что у вас. Это не ты, блядь. Ты пакал футболки взял? Да я покажу жену, ебать. Так если она валялась, ты ее проебал, ты уже, блядь, все. Что проебал, блядь? Так она упала, она на полу валялась. Как бы я мог у тебя ее из рук взять? Блядь. Нахуй его забрать. Ты можешь по приколу его взять, если хочешь. Не, не надо. А это что? Трэвел Фрэнк? Это палёный. Палён стал. Всё, что здесь ценится, это вот это вот. Типа прикол, просто почихал ползи, знаешь, так. Круто, круто. Валялась под кофтой. Да, вот так. Вот это нормально, такой чемпак. Красавчик. Короче, пацаны. Такой вот стоник палёный. Чемпак на лампасах. Чё? Всё, я ебал. Чего? Серьёзно? Да нет. Да, не да. Да это, блядь, моя на маске, блядь. На откуда она у тебя, Миша? Тут, блядь, бесит нахуй, блядь, не знаю. За сколько ты это купил? Фу, блатон, ты клипбейте. Нет. Ты это ещё поставь на этот. Что она? На превью. Миша, блядь, у него даже молнии нет. Она, блядь, старше тебя, наверное. Не матюкайся. Ну ладно. Стой, Санёр. Суна, суна. Мне, блядь, надо сейчас. Ну когда ты сколько взял? 8 000, блядь. Сами, блядь, так его. Ну да, радивай. Нет, не все что. 5 000. Нет. 5 000. Вот. Где-то 8 000. Сколько? 1000, блядь, говори. Серьезно? Да. Без, типа без СЛГ? С. Покажи. Бля, вы заебали, я уже 10 показываю, блядь. На. Так, закроем, закроем, чтобы никто не пробил. Ну покупай. Нет. Чё нет? Пиздец, как ну так? Он ещё... А, самое охуенное, что он в Италии сделан.
Что ты у тебя ремень? Так, Павло. Тут у нас подкрадулечки. Давай. Кайфовый. Да иди нахуй, растяни меня, Сауга. Не снимай нахуй. Сауга не снимай. Блядь, сорян, Димит. Растяните. Вот стоник взяли за кусарь. Курточка. Да все, посмотри. И мой кентик взял Фред Перри футболочку. Которая пизда. Которая чуть маму выебана. 600 рублей, да? Ладно, 600 рублей нам. Убивай, убивай! Итак, пацаны, за эту вот прекрасную недельку были взяты вот такие позиции. Сумочка Supreme. Чуть-чуть, конечно, ей плохо, но за 1000 рублей нормально. И кентик у меня взял вот такой вот фродак. Блядь, ну нахуй. Помойка, блядь, а не фродак. Весь он какой-то обветованный. Но зато легит. Легит. И была еще взята вот такая вот футболочка. За 100 рублей. Она нормальная, андер. Так что... Всем спасибо за просмотр, всем пока.